Всем привет, ребята! Вы на моем канале, и сегодня у меня новое видео. Извините, что я так долго не снимала видео. Вообще, я снимала видео, но не могу их выкладывать, потому что у меня нету памяти. Вот, короче, извините, что не было по вот этим обстоятельствам, короче, по некоторым. И значит, чтобы перейти к нашему новому видео, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчики вверх и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А если вы это все сделаете, это пару секунд займет, то вы тогда ничего не пропустите на моем канале. И сегодняшнее видео будет о День Святого Валентина. Он был вчера, но я снимаю видео уже 15-го, потому что подарочки. Вот, это видео будет о подарочках, какие подарочки мне подарили, и Миша тоже. Ну и, короче, мы уже поехали. Значит, вот, ребята, мои первые подарочки с утра. Это вот такой вот мимимишный мишка с блестяшками. И вот тут подписано мне от тети моей и моей двоюродной сестры Лейли. От Лейлы. Вот и вот это вот миленькое зеркальце. Тут еще вот написано, кому Маше, от кого Лейли, от Лейлы и тети Лены. Значит, вот. Открываем его. Тут вот, вот так вот достается. И вот само зеркальце. Вы видите меня и мой телефон. Чуть и оператора. Да, и оператора. Вот само оно вот такое вот зеркальце. Оно очень прикольное. Оно типа такого то ли джинсового, то ли вязаного типа. Такой фон, ну, типа, ну, вы поняли, забыла слово. Ну, короче, вот такое вот миленькое зеркальце, очень мне было приятно. Вот так вот. Значит, уже пошли подарочки в школе. Значит, вот такое вот сердечко, еще подписано Машей Силаевой, плюшевое. Значит, вот такая вот прекрасная валентинка. Это от моей подружки Даши. Тут написано Даши Маши Силаевой. Я надеюсь, этот замечательный день ты проведешь хорошо. Спасибо, Даша. Это вот мне подарила девочка, с которой я должна сегодня пойти гулять. Ксюша Симоненко. Она мне подарила на физкультуре. Вот. С Днем Святого Валентина, пусть жизнь будет как малина. Вот, мы... Говорила Ксюша. Получается, мы вышли, она мне подарила валентинку, и мы спрятали еще одну валентинку от нее в Варе, нашей подружке. Вот, а вот эта вот валентинка была от Вари, лучшей подруги, Маши Силаевой. Вот, она такая ровненькая. Прикольно, сама делала. Следующая валентинка от Саши Костин. Маша Силаева, поздравляю тебя. Такое прекрасное сердечко. И тут Валентинс Дэй по-английскому. И тут вот тоже. Я сначала думала Вера, но потом узнала, что Вера мне сделала сегодня. И получается, вот эта вот валентиночка от Саши была. А вот эта вот валентинка мне уже подарили вечером. Мама с папой, ты лучше всех тут. С тобой легко и интересно, ты лучше всех. Признаюсь честно, Машуля. Это мне мама подарила с папой. И нам с Мишей подарила она, ну, мама с папой, вот такие вот красивые конфетки. Очень вкусно. Мы еще не открывали, но думаю, они будут очень вкусные.
Значит, вот это вот все подарили Мише. Вот это тоже подарили только для тебя, мама с папой Миши. Тобой я восхищаюсь день за днем. Как хорошо на месте быть вдвоем, Мишуля. Вот. Значит, вот это Мише подарили тоже тетя Лена с Лейлой. Миша с днем Святого Валентина от Лейлы и тети Лены. Вот. Вот это Миша, вот это прекрасную вот эту валентинку подарила его соседка по парте Вера самому лучшему соседу по парте от Веры Миши Силаеву. Очень мило. И тут у нас кармашечек, в который лежит вот такое вот синенькое сердечко. Мне очень нравится эта валентинка, лучше бы мне тоже досталась она. Вот. И от Маши Лебецкой вот такая вот валентинка. Hello! Вот Миша от Маши. Прикольно. Ну и вот, ребятки, это видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и нажимайте на колокольчик, и чтобы не пропустить мои новые ролики. Ну и до скорой встречи, ребята, в следующих видео. Пока!